Здравствуйте! Прогноз погоды на сегодня. Выпуск представляет салон меха и кожи «Мехландия» на Гагарина, 48. Новые шикарные модели головных уборов и норковых шубок. Вас ждут доступные цены и приятные скидки. В четверг большая часть Урала будет находиться под опекой обширного антициклона. К тому же южные ветры немного повысят температуру. Однако надолго он не задержится и под атакой западного циклона уступит регион прохладной погоде. В Челябинской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура в городах практически не изменится. В Верхнем Уфалье и Златоусте 19 градусов тепла. В Сатке и Южноуральске плюс 20. На 1 градус больше в Троицке. В Карталах 24 выше 0, а в Магнитогорске плюс 25. Сегодня в Челябинске переменная облачность, без осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха в дневные часы 21-23 градуса выше 0. Атмосферное давление немного понизится, но все так же выше нормы. Данные предоставлены центром ФОБОС. Хорошего настроения и отличного дня! Изящная норковая шубка – это истинное украшение гардероба любой модницы. В салоне меха и кожи «Мехландия» новое поступление норки «Мехландия» на Гагарина, 48.